Неожиданная распаковка, неожиданно новый товар. Сюда посылка. Тут должна быть шапка. Шапка с гарнитуры. Так, так сказать. Первый раз это заказываем. Хочу в ней бегать. Она еще с фонариком, если не ошибаюсь. Такой кейс удобный. Это я разрезал. Так. Зачем-то два зарядника. Два. Что это? Еще и разные разъемы у них. Интересно. Тут фонарик должен быть. Такая фигня. А с этой стороны фонарь. О! Светится. Интересно, сколько здесь режимов. Это зачем света музыка? Уже три режима. Обычный, усиленный. Фигня какая-то. Так, а здесь? Интересно, как он включается. Попробую надеть, разобраться. Нет, кстати, неплохо сидит. Я вот наушники, как их, динамики прям к ушам подлегают. Сейчас найду телефон, попытаюсь связаться с этой аппаратурой. Так, я разобрался. Короче, включается нажать вот этой кнопочки. Немножко нажать и удержать. Мигает там, что зарядка есть. Потом через Bluetooth находим имя BT-01. Имя этого устройства. И все. В принципе, работает вполне неплохо. Очень даже хорошо, мне понравилось. Звук отличный, прилегает прям к ушам. Такая небольшая у меня распаковка. Давно не делал, как бы, смысла не видел. Что-то решил вспомнить было. Я так как просто, как бы сказать, товар зашел. Ну, что-то такое хотел для бега. Так, где тут? А вот. Для зарядки. Ее, кстати, можно выключить, насколько я понял. Да. О, кстати. Фонарик-то мне особо не нужен, что я буду как этот. Фонтяне бегать. Это можно отдельно заряжать. Такой фонарик здесь. Зарядка, интересно, где. Ну, в принципе, я думаю, любой разберется. Я думаю, это несложная аппаратура, так сказать. Вот такая у меня распаковка. Для меня, мне кажется, полезная. Вот. Тут. Вот спрятанная. Вот для зарядки. Такая шапка. Не теряйте. Я думаю, для бега самое то будет.